Марина Полесская 40 лет была председателем ТОС. Постоянные заботы о благоустройстве дела уступили место часу потехи. Активистов территориальных органов самоуправления наградили дипломами и памятными подарками за эффективную работу. Вы, если пройдете по территории, у нас очень чистые, ухоженные дворы. В нашем ТОСе 10 домов. Мы проводим субботники. Мы заняли 3-е место по краю, в краевом конкурсе. И нас наградили денежной премией 200 тысяч рублей. Мы сделали благоустройство дворов. Поздравил активистов начальник правового управления администрации города Сергей Усков. С подарками пришли депутаты совета Елена Некрасова, Игорь Филимонов и Александр Журавель. Проводим очень большой праздник в 12-м микрорайоне, округ Восточный. То есть мы сегодня чествуем самых активных и лучших жителей, которые принимают участие в жизни нашего 12-го микрорайона. Все болеем душой за свой микрорайон и вообще за город. Детский город-курорт, дети наши здесь, внуки наши, это наше будущее. Поэтому хотели, чтобы город был красивый. Юные артисты-сольники и творческие коллективы Анапы выступили перед жителями микрорайона. Кульминацией праздника стал приезд звезд фестиваля «Киношок-2014». И, конечно, мы обязаны почествовать на праздниках микрорайонов, на праздниках с жителями, почествовать лучших жителей, тех людей, тех наших соседей, которые наш город делают краше, которые живут нашим городом, которые болеют за наш город, которые бескорыстно отдают все свое свободное время на благо нашего города, на расцветание нашего города, на то, чтобы наш город был еще краше, еще лучше. Праздники микрорайона в городе и районе продлятся до конца недели.